успел вовремя. Могучий мышонок в фильме «Солнечная Италия». В последнем эпизоде мы оставили нашу прекрасную девушку-жемчужинку. Она была подвешена с Пизанской башни на одной маленькой макаронинке спагетти. А страшный злодей, дядя Харри, пытался покончить с ней, опрокинув башню. А тем временем далеко-далеко могучий мышонок в древнем Колизее в Риме вел жестокую борьбу за свою жизнь со львами на арене, куда его бросили. Продолжаем нашу историю. Осталось еще 10 львов, и я ухожу. Могучий мышонок, спаси меня, спаси. Я погибаю. Какая же она дурочка, если думает, что он поможет ей. Сейчас я опрокину башню. Койсес! It's that muscle-bound mouse again. Ну где этот мышонок? Мускулистый. Стой, злодей. Отдай ее. Нет, она моя. Какой кошмар. Спасите меня. Ага, imprisoned. Наконец-то я тебя поймал. А теперь в Венецию, где твое пение принесет мне богатство.
Жара невыносимая. Он победил злодея и спас красавицу-певичку.